ребятки, добрый день. В общем, не дают мне Интера доделать, блин, елки-палки. Сейчас начал там то кронштейны подделывать, то, блин. Какой-то вал сумасшедших звонков, блин, то туда, то сюда. В общем, сейчас еду. Я ж это, продал же колеса. Они мне не подойдут, то есть они высокие сильно. Вот, еду сейчас, беру диски бэушка, бескамерка. Бескамерка, ребята, беру. Такие ж кленовые. В общем, я что решил? Блин, это VIP телепается, блин, не дает снимать. Решил я, в общем, что сделать с прицепом, блин. В общем, пока прикинул там, что к чему, оси, не оси, грубо говоря, хотел там с китайца ставить, ну, мосты обрезать, делать с них редуктора, вернее, не редуктора, а оси с китайца, вот, там, с пятитонника. В общем, когда эти мосты, блин, они на разборке там были, грубо говоря, там, по десятке, они нахрен никому не нужны были. Ну, то есть, в плане того, что я говорю, мне ни редуктор, ни полуося, ничего не надо. Не надо мне ни энергочи там. То есть, мне надо голая, грубо говоря, этот, кожу в чехол. В голове вообще каша полнейшая, блин. В общем, мне чулок нужен. Ну, соответственно, и получается чулок и ступицы, да. Ну, с валами там, со всей фигней. То есть, это проблем-то, в принципе, в этом не было. То есть, зубренковские они там были, там, по десятке, они нахрен никому не нужны были. Вот. Ну, сейчас кинулся, блин, что-то туда-сюда, там цены начинают 30-35. То есть, получается, три моста, это сотка голых. Потом, это сколько у нас там, 12 дисков, да? 12 дисков, то есть эти диски там были там по 2,5 бэушка, ну, грубо говоря, можно было их там отвискоструить. Сейчас они там что-то за них 5-6 хотят, блин, за бэушку, блин, за эти диски, блин. Я посчитал, то есть получается 12, грубо говоря, дисков, блин, по пятерке. Это что-то в районе там еще там 60 тысяч. И потом, соответственно, 12 колес. Ну, 12 колес, а сейчас колеса эти, то есть нормальные. Они когда были там по 9, по 10 новые, да. Сейчас, получается, они что-то в районе 15-16. Ну, я имею в виду 17,5 резина. В общем, я что-то прикинул, блин, там, ребята, это, соответственно, ты мост возьмешь, это ж тебе надо и колодки, не факт, что там барабаны будут нормальные. Барабаны тоже новые по 7 рублей. Ося на низкорамника, вообще там что-то у них цены, там 100 тысяч, они, или какой 100, 150 тысяч, говорит, за ось, 120, блин. Я говорю, ну, в общем, от этой идеи я дурной отказался. Сейчас я ставлю диски 22,5 и резина 275 на 70 буду лепить. То есть, ну, камазовская, поняли? Ну, не камазовская, что зерновозники ездят, низкая резина, низкая. Вот, поэтому та, что высокая была, она мне не, ну, не подойдет. В общем, пока так, блин. Это так вот, всю кубатурю, постоянно все меняется. Смешание там с кентом советуемся, перетираем, передумываем, что к чему. Вот, и сейчас начал в интернете смотреть. Получается такая канитель, что если спарка, и она свыше между осями получается метр, грубо говоря, 80, то нагрузка на ось 10 тонн. То есть, ну, это есть эти все таблицы. А если вообще там что-то, да, 2,5 метра. Ну, я, в общем, грубо говоря, померил на европейском прицепе. Я так просто рассказываю вам, сам на дорогу смотрю. То есть, на европейском прицепе, грубо говоря, от
средней оси, ну то есть от первой оси, которая возле тягача, иди задняя ось, да, у нее и получается там 2.5 метра, но только в три оси, вот, так как 1.34 м между каждой оси, 1.34 м, и получается там что-то расстояние там, ну, если 1.34 м, это даже больше получается, 2.60 м, 2.68 м между осями. Вот, но если у тебя расстояние по таблице 2.5 метра между осями, то у тебя вообще там нагрузка получается на ось 11 тонн. Ну и соответственно, если я эти оси разнесу, то я не вижу как бы смысла вообще никакого, грубо говоря, в трех осях. Смысл в чем? Сейчас нагрузка на ось 7.5 тонн. 7.5, ну это получается 22.5 тонны. Ну я сейчас так сижу, считаю, потому что я сейчас думаю о дисках, а думаю о другой хуйне. В общем, получается 22.5 тонны на 3 оси идет по нагрузкам. А если у тебя расстояние между осями 2.5, то у тебя идет 11, там что-то, ну больше 10 тонн, там в районе 11 тонн на ось, на спарке. Поэтому какой смысл в 22.5, грубо говоря, да, или 20 тонн, блин. Ну, там в 2 тонны разница. Вот, тягач-то получается один хрен трехмостовый. А на тягача так и остается, там, по 7 тонн. Ну, то есть, если эти оси раздвинуть, то почему, допустим, америкосы ездят, ну, грубо говоря, там, да, иногда я там видео смотрю, я, правда, не сильно там понимаю, что они базарят, ну, так. И, ну, есть там и русскоязычные, то есть они говорят, оси у них сдвижные. То есть потому, что в некоторых штатах у них там тоже, у них, получается, нагрузки на ось, я так понимаю, меняются. И, то есть, ты в одном штате едешь, типа, нормально, а в другом штате они раздвигают эти оси. Ну, у нас-то штат один, Россия, вот, поэтому, как бы, поэтому общие, вон, КамАЗ стоит с такой резинкой, вот, и получается, поэтому я решил сейчас буду оставлять две оси, кронштейны я эти приваривать не буду, так как, например, везде там на европейских прицепах там они приваренные. То есть я просто сделаю площадки, сделаю это все на болтах. Вот. Ну, в общем, такие схемы. Поэтому не дают мне собрать Интера. И мчусь я сейчас за дисками. Нашел диски бэушные. Бэушные, ценник нормальный. Сейчас 8 дисков из камер приберу. Стоянка есть на Мариупольском, блин. Я даже не переодевался, смысл. Сейчас у ребят возьму прицеп легковой. Мой под пчелами, никак я пчел, блин, поднять не могу. Машину выгнать, чтобы прицеп зацепить. В общем, целое кино у меня тут происходит. Вот, поэтому сейчас... Так, где у них тут, блин, попробую их найти. Что-то тут, блин, какая-то разборка. Где разборка, горелая все. Так, едем, в общем, сейчас к ним. Кстати, смотрите, ребята, тут маза трепают. Сейчас я с ними поговорю. Так что если кому-то что-то надо там по мазовским запчастям, а то у меня там человек что-то спросил, что-то какие-то стартера там, еще что-то, блин, я говорю, нет у меня никаких запчастей. Вот. Сейчас, в общем, маза трепают, может, кому что надо. Там человек делал вроде его как все новое покупал, и компрессора, я у него радиатор забрал. Так, вон он уже на кирпичах стоит. Так, а где диски? Где диски? Куда они их поскладывали? Вот, это колеса высокие, они мне тоже не подойдут. Вон банда ходит. Так, ребята, беру я сейчас диски. Вот такие вот. А, значит... У ребят на стоянке они продают резину. Два колеса вообще новые.
Вот. Два колеса новые. Вот эти два колеса, они прошли 30 тысяч всего. 30, да? Ну, а это такая. 30 тысяч. 30 километров. 30 километров? Да. И мотор умер, да? Да. Вот. Да, ну, а тут такая. Здесь такая, здесь такая. В общем, те эти. В общем, я номер телефона оставлю. Вам позвонить, если надо будет, приедете. Кто-то позвонит, где-то вот на Мариупольском находится там. Так, вон они маза трепают. Сейчас я. Так что, ребята, кому там надо, вон там кто-то стартеры, не стартеры, блин, мосты, рессоры, блин. Радиатор я с маза забрал. В общем, что-то человек его собрал, проехал там на нем 3000 километров, блин, у него, или 300 километров, блин, у него мотор лег. В общем, он в сборе весь. Ну, коробка тут обычная. Седло высокое. Так что краны, шманы, диски, блин. Вот мотор, блин. С этого мотора я забрал радиатор. Вот. Там, говорят, они ставили. Вроде вообще он выглядывает. Новый компрессор. Это 238 мотор. Бля, я только руки помыл, блядь. Вот нахуй, блядь. Да я понял, я же только руки, блядь, только руки помыл. Сейчас опять, сейчас опять впиливаться. О, так что если кому что надо, компрессор, говорит, новый ставили. Да, на ее, тут он хуйню проехал. Слышишь, так а что с мотором? Что с мотором? Ну, а у кого, блядь? Провернул вкладыш этот. Второй. Пятый. А этот номинал или не? А вы что, делали мотор, делали поршневую, там все, или что вы делали? Да, делали этот, мотор сделали, блядь. У меня что, блядь, шланга вот эта ебаная, блядь, на радиатор идет. А я же думаю, что у меня в радиатор весь в масле. Ну, и она лопнула, да? Лопнула, блядь. Я вон до самбека доехал, хоть за самбек на. И мотор ты-ты-ты-ты-ты? Не, он сначала не ты-ты-ты. Я хуяк этот, блядь, не понял, что тут, блядь, у меня крыло все, блядь, в масле на зеркало глядь на. Блядь, я на обочину чуть остановился, блядь. Он еще не этот. Пока я этот выскочил, блядь, что у меня такое за хуйня. Ну я что-то подумал на солярку, блядь. Ну. Потому что на этот. Когда хуяк этот, он тут-тут-тут-тут начал. Не-не-не, это. Так что, и... ребята, кому надо, вон, смотрите. Ну тут. Шатуну-то поменять-то этот. Ну, вал, надо смотреть, может, протащить. Ну вот, в общем, я тогда это, телефон оставлю человека. В общем, вот тут, ну, мотор, я не знаю, что он там. Ну, так вот, вроде он сам не в масле, блин. Так что, может, мотор купите, блин. Баки, шмаки, блин. Вся фигня, блин. Все, ладно, поехал я. В общем, сейчас с ними по поводу резины разговаривал, говорит... Вот это вот новая, там она пошла, говорит, что-то 30 километров, блин. Получается, он продает ее там рублей по 10 за колесо, это вообще халява. А вот эта вот, которая бэушная там, ну, стоит, говорит, да не знаю, рубля по полтора, пусть приедут, заберут там по штуке, блин, по полтора. Там. Ну, в общем, я телефон сейчас оставлю вам, выкину видео, кому надо, кто тут на Мариуполь едет, может, кто-то там всех. Такое вам благое дело, блин.